Огромный привет! Я надеюсь, у вас отличное настроение, потому что сегодня у нас с вами снова будет видео на тему новинок в магазине Fix Price, что интересненького можно там приобрести, как это можно применить. Как обычно, буду делиться с вами разными идеями. И, кстати, в этом видео я покажу вам очень-очень-очень простую и легкую переделку из магазина Fix Price. Кое-что я купила и переделала, и у меня получилась очень классная и удобная корзина для елки, которую потом, кстати, после того, как праздники все пройдут, можно запросто использовать как кашпо для каких-то крупных цветов. Ну или если у вас нет цветов, то запросто можно там что-то хранить. Так вот, говоря про корзины для елочек, я думаю, вы уже обратили внимание, что в таких магазинах, как Leroy Merlin, Ашан, сейчас появились такие плетеные юбочки под елку, и выглядят они очень-очень интересно и симпатично, но я нашла для себя несколько недостатков этой конструкции. Во-первых, если она цельная и неразборная, я имею в виду конструкция, то хранить ее неудобно. Опять же, нужно найти где-то место, куда положить. А если еще и она крупная, то, ну, я думаю, сами понимаете. Второй момент. Нужно разобраться с оттенком, потому что в магазинах, например, там, где я видела, в основном какие-то серо-белые или просто белые. Не всем подойдет такая юбочка под елку, потому что тут нужно учитывать оттенки елочных игрушек. Если одно с другим не будет сочетаться, ну, как бы так себе будет смотреться. Ну и, наконец, третий вариант, почему я не купила себе такую готовую плетеную юбочку под елку, потому что для меня это не функционально. Мне больше нравится корзина, опять же, из-за своей многофункциональности. И плюс для меня, в принципе, это удобно. Я могу там спрятать все основание елочки. Как, кстати, там ее закрепить, я в прошлом видео показывала. Мне в этом помог деревянный плафон из магазина Fix Price. Как ни странно, отлично он держит елку, фиксирует ее хорошо и прочно. Я спокойна, и все замечательно. Ну, собственно, вариантов масса. Давайте уже начинать. В магазине на улице Вележанская, 70, в городе Тюмень, я увидела очень много интересных новинок, и в числе первых вот такие вот веточки эвкалипта, которые представлены в двух оттенках: нежное розовое золото и красивый такой матовый серебристый оттенок. Слушайте, это же такой стильный декор. Из этих веточек запросто можно сделать красивые новогодние веночки, они будут невероятно круто смотреться. Девчонки, обязательно обратите внимание. Вот эти вот цветы в кашпо искусственные под винтаж немножко, как они называются, вроде бы. У нас только одна разновидность осталась. Видимо, все другие варианты уже раскуплены. За 149 рублей, мне кажется, неплохой вариант, особенно для декора. И мое внимание привлекли вот такие вазы. Слушайте, какие они стильные, красивые. Особенно вот та в коричневом стекле. Мне прям очень сильно понравилась. И, кстати, можно перекрашивать. Они тоже будут круто смотреться. Непонятной формы подсвечники. Девчонки мне в Телеграм писали, что покупали сразу по два таких подсвечника, ставили на перекрест, и получался такой как бы один большой подсвечник. Не знаю, они очень неустойчивые, поэтому я не рискнула купить, честно признаюсь. Хотя есть еще вот такие вот в золотистом оттенке. Чайнички снова привезли какой-то новой формы. Очень интересно смотрятся они. Опять же, это боросиликатное стекло. Мне, кстати, вот с желтой ручкой больше понравился. Девочки писали, что 299 рублей стоит такой чайник. Очень интересные, необычные расцветки тарелки появились. Меня, опять же, заинтересовал цвет. Вот этот вот особенно прям очень интересно смотрится. И чем-то напоминает, знаете, коллекцию из Пятерочки в прошлом году. Нет? Напомните. Вот такие очень интересные баночки. Не могу сказать ничего про цену, потому что у нас только выкладывали товар. Так что, девчонки, если знаете, напишите. И какие-то очень огромные кружки, прям нереально огромные. Надписи из букв вот таких вот. Только по одной букве на каждой. Первая — это моя супер, мега удачная находка. Представляете, в Телеграм с девчонками очень часто общаемся, переписываемся, делимся полезными, интересными находками. И кто-то из девочек, сейчас точно не помню кто, но написали, что в магазин «Фамилия» снова привезли зеркала-окна. Я их и в первый-то завоз не видела, потому что их так быстро раскупили, что просто вообще. В этот раз я решила не затягивать с поездкой и, естественно, отправилась в магазин «Фамилия». А помимо зеркала, там еще нашла несколько удачных покупок, о которых сегодня вам расскажу. Но прежде чем рассказать вам про мои покупки в магазине «Фамилия», я все-таки хочу сегодня вместе с вами протестировать вот такую вот новинку. Это вертикальный беспроводной пылесос 2 в 1 от бренда StarWind. Эта модель называется SCH9950, и он хорош тем, что невероятно легкий, а приобрести вы его можете в магазине CityLink по цене буквально почти в 10 тысяч. Представляете, какой бюджетный вариант. Здесь
Здесь очень удобная циклонная система фильтрации, очистка пылесборника буквально в одно касание. Нажимаете кнопочку, все это дело открывается, вычищается, ну и удобная подзарядка прямо сбоку. Я думаю, что каждый оценит по достоинству такой вариант пылесоса, просто потому что, если сравнивать его с китайскими аналогами, я думаю, разница будет просто очевидна. Он невероятно легкий, я так довольна. Мне особенно нравится его цвет белый, я не знаю, есть он в других оттенках или нет, поэтому обманывать вас не буду. Скажу только, что при своей сравнительно невысокой мощности в 270 Вт, он реально очень-очень классно ведет уборку, просто потому что реально затягивает вообще все, весь мусор любого калибра. У меня дома, поверьте мне, маленькие дети, и на полу бывает часто все, вообще все, самый разнообразный мусор. И вот этот пылесос с легкостью справляется. Очень мне понравился. Работает он не шумно, я бы сказала, для своих габаритов. Если говорить про его параметры, значит, что у нас здесь? Объем пылесборника 0,5 литра. Съемный аккумулятор, ну, собственно, как у всех похожих моделей пылесосов, можно снять аккумулятор. Либо зарядить пылесос, не убирая аккумулятор. Емкость аккумулятора, кстати, 2200 мА. Рабочее напряжение 22,2. Время заряда 4-5 часов. Но знаете, если говорить про время уборки, а я, в общем-то, не люблю слишком торопиться, то вот, например, площадь этой квартиры двухкомнатной, где больше 68 квадратов, поверьте мне, этот пылесос убирает без проблем. Моя любимая насадка среди комплекта в этом пылесосе именно вот эта щелевая, потому что сейчас вот для всех тех, кто часто любит говорить, что декор это пылесборники, все полки тоже все это копят, вот при помощи этой щелевой насадки я вообще без труда справляюсь со всеми труднодоступными местами, в том числе и полочками. Я вот так вот чищу камин, где вот вообще частенько скапливается всякая разная такая пыль. Это мега удобная насадка, помогает мне держать в чистоте все вот такие вот труднодоступные места рядом с камином, в самом камине, за диваном, везде-везде. Вот такая вот еще есть насадка для чистки диванных подушек и, собственно, крепление само в комплекте с этим пылесосом. Мега удобная вещь, супер. Время работы при минимальной мощности 30 минут. Вам будет более чем достаточно на уборку. Ну, а при максимальной мощности 12 минут. Я думаю, это вообще супер. Если говорить про удобство этого пылесоса также дополнительные, это LED-индикация уровня мощности и LED-индикация заряда батареи, тоже которую можно отслеживать, наблюдать прямо на вот этой верхней панели самого пылесоса. Очень удобная моторизованная щетка для пола и ковров с LED-подсветкой и мягким бампером. В общем-то, не может не облегчать уборку. Я очень довольна. Мне нравится легкость и маневренность этого пылесоса. Сама по себе трубка, вот это вот всасывание, металлическая. Есть здесь два уровня мощности, то есть более сильный, более слабый. Но, в общем-то, я, честно говоря, обычно пользуюсь одним обыкновенным стандартным уровнем уборки. И мне этого более чем достаточно, потому что этот пылесос я повторюсь, мега мощный, даже несмотря на то, что заявлена не очень-то высокая мощность. Он собирает все мелкие игрушки по дому. Я рекомендую, ссылка под видео. Пожалуй, одна из самых удачных моих находок – это вот то самое зеркало-окно. Я очень хотела его успеть приобрести, и в фамилии оказалось оно единственное. Девочки мне писали о том, что были еще в золотой раме, но все-таки, знаете, если честно, мне кажется, вот прям его здесь сильно не хватало. По-хорошему, конечно, здесь бы еще, например, какую-то полочку вот так сделать, да, вот как у меня, например, в прошлой нашей квартире были полочки на таких вот белых кронштейнах, из дерева, и что-то бы сюда вот какую-то ветку положить, например, еловую, ну, не знаю. Пока это только мысли. Честно вам признаюсь, мне очень нравится, как оно выполнено, очень аккуратно. При этом, я честно признаюсь, мне очень нравится, как оно смотрится, и кажется, что вот на этой стене именно этого зеркала очень сильно не хватало. Оно добавляет какого-то объема, что ли. И вечером там отражаются лампочки, гирлянды из коридора. И, в общем-то, смотрится это очень интересно. Я довольна, на самом деле. Считаю, что это очень удачная покупка. Но в фамилии я нашла не только это.
Еще одна удачная находка – это вот эта вот стеклянная ваза. Я очень рада, что наконец-то ее нашла, потому что это невероятно стильная форма, которая вне времени, она всегда будет круто смотреться. И это такой формат, куда можно поставить большой букет. В этом году уже заказала Нобелис. Очень надеюсь, что привезут его вовремя. И вот в этой вот вазе появятся большие ветки Нобелиса. Очень хочу разместить. И я думаю, многие будут спрашивать о цене этой вазы. Вот здесь вот ее цена. Я думаю, что это очень недорого для такого качества. Если говорить про стекло, я не думаю, что это прям настоящее стекло такого цвета. Скорее всего, это крашеное стекло. Но благодаря вот этой вот универсальной форме такую вазу можно использовать всесезонно, не только как просто вазу. Сюда можно разместить свечу-столбик, использовать вазу как подсвечник. Она будет очень круто смотреться. Поэтому да, я довольна, считаю, что это удачный выбор. И, девчонки, если увидите фамилию, обязательно просто хотя бы присмотритесь к этой вазе. Я уверена, не сможете пройти мимо. Еще одна удачная находка – это вот такая вот ваза. Я просто влюблена в такую форму и давно искала. Нечто похожее, только немножко другой формы, как-то привозили в фикс-прайс. У меня тоже есть эта ваза, но она выполнена из доломита. И если туда налить воды, она начинает через какое-то время размокать и подтекать. Это не есть хорошо, но опять же, мы все знаем, сколько она стоит. Вот. Поэтому, когда в фамилии увидела эту, я просто вообще без разговоров положила ее в корзину, потому что цена ее чуть больше 700 рублей. И вот эта вот форма, она просто великолепно. Это ваза на все времена, вне вообще какого-то стиля и так далее. Она просто очень классно смотрится с абсолютно любым букетом. Вы сюда можете поставить мимозу, можете поставить какие-то хвойные ветки, вы можете сюда поставить сухоцветы. И во всех вариантах эта ваза будет придавать особого стиля и красоты вашей композиции. Я думаю, что стоит обратить внимание именно из-за формы, ну и, конечно, цена. Довольно приятная, не слишком дорого стоит. Стоит отличный вариант. Сейчас здесь ветки, но об этих ветках я расскажу вам чуть позже, откуда они взялись. И, наконец, еще один вариант, без которого я вообще не смогла уйти. Я люблю все, что связано со стеклом, особенно цветным. И вот этот вот вариант мне показался мега стильный, тем более, что нечто подобное я видела в H&M, если не ошибаюсь, прошлогодняя новогодняя коллекция. И когда эту вазу увидела, я поняла, что, ну, опять же, это вариант очень многофункциональный. То есть, по сути, вот эта емкость может быть и маленькой вазой, ну, как маленькой, относительно маленькой, да. Также это может быть подсвечник под какую-то белую свечу. Столбик, например, почему нет? Можно сюда темного оттенка свечу поставить, это тоже будет круто смотреться. А можно какие-то хвойные ветки. Опять же, это такая универсальная вариация мини-вазы, я бы сказала, которая также впишется практически в любой интерьер и будет смотреться очень круто. Цена 400 рублей с копейками. Мне кажется, это опять же тоже удачная находка, поэтому, девчонки, в магазине «Фамилия» можно найти вот такие вот классные образцы. Присмотритесь. Я обещала вам показать переделку ведерка из магазина Fix Price. Здесь все настолько просто, что я решила отдельное видео не снимать. Какой смысл? Все вот вообще максимально прозаично. Значит, ведерко черное, я покупала его в фикс прайс за 99 рублей. Обыкновенным ножом срезала кромку, чтобы она вот так не выступала здесь никуда и не мешалась мне. Дальше я из пекарской бумаги просто сплела косички и по контуру вот так вот все заплела. Можно покрасить, я пока не красила, потому что еще не решила, как буду украшать эту елочку. Если я соберусь ее все-таки под дерево украшать игрушками и бусиками, то, наверное, покрашу корзинку в темный цвет, чтобы здесь как бы все было вот, ну, в прихожей под одно. Как закрепила елку? У меня были остатки пеноплекса, и я просто в несколько уровней выложила куски, клеила их при помощи обычного горячего клея, так же, как и вот эти вот косички, собственно говоря, и все. И вот такая вот корзина получилась. Ну, а дальше сюда сейчас сверху просто положу вот такую вот меховушку. Сейчас покажу, как выглядит. Так, ну что, у меня была меховушка, я не помню откуда, по-моему, с китайского сайта какого-то, но если у вас такой нет, то можно в любой магазин тканей зайти. Теперь про удачные покупки в магазине Галамарт. Там довольно неплохая новогодняя коллекция, но все же я не рискнула пока слишком что-то там закупать, и при этом увидела на распродаже вот такой вот потрясающий красивый
Плед из шинила. Он настолько классно смотрится, я не смогла пройти мимо. Его цвет, оформление, эти потрясающие кисточки. Невозможно пройти мимо. Очень мягкий, и на распродаже его цена была 999 рублей. Я считаю, что он просто крутой, учитывая, что его размеры 130 на 170, это не слишком крупный вариант, то есть весь диван застелить не удастся. Но я думаю, это и не требуется, потому что это такой классный декоративный вариант. К слову сказать, вот этот вот плед, который здесь сейчас лежит рядом с этим пледом. Это тоже шинил, но только из Zara Home. Так вот, обратите внимание, насколько они разные по качеству. Этот насколько пышный, мягкий, такой фактурный. И вот эта вот тряпочка, которая когда-то куплена в Zara Home. При этом тоже здесь есть кисточки, но вы можете видеть, что вот это вот, ну, как бы, я думаю, рядом не стояло, а по цене в два раза дороже. Так что, опять же, учитываем факт того, что все-таки можно и за недорого найти очень-очень приемлемого качества вещи. Главное просто внимательно смотреть. Девчонки, вы все знаете, как я люблю делиться с вами полезными находками. Еще примерно год назад, когда впервые я познакомилась со средствами от бренда Wonderlab, кстати, напомню, это российский бренд, мне многие писали, что это всего лишь пустая реклама, и ничего там полезного нет и все такое. Но знаете, прошло время, и очень-очень многие из вас написали мне о том, что действительно тоже попробовали эти средства и безумно рады, что познакомились с этим брендом и заказывают по сей день довольны результатом. Все это не случайно. На самом деле все эти средства построены по принципу биомикрогелей. Что такое биомикрогели, я вам уже не раз рассказывала. Это особая такая субстанция, которая может заключать все загрязнения в тончайшую оболочку, за счет чего снижать жесткость воды, усиливать действие компонентов и еще много-много чего крутого. После использования они не оставляют никакой пленки на поверхности. Никакого вреда не наносят ни вам, ни вашим детям, в том числе просто потому, что все это сделано из овощей и фруктов. Можете себе представить. Вспомните тот опыт, который я проводила на своем канале примерно год назад, когда показывала вот это вот эко-средство для чистки кухонных плит. Вы только посмотрите, как решетка вентиляции очищена была. Ни одно средство так не справлялось, как вот это вот чудо-средство, которое по сей день я довольно часто использую. Также для очистки духовки, кстати, и микроволновку чищу. Прекрасная вещь. Без каких-либо лишних ароматов, только фруктовый нежный запах, который полностью выветривается, легко смывается, не оставляет пленки. Я просто очень-очень довольна. Найти их, кстати, сейчас абсолютно не проблема. И сейчас, опять же, повторюсь, в рекламе, я думаю, эти средства вообще не нуждаются, потому что, во-первых, уже очень много людей, кто пробовали и знают, насколько это классные средства, а во-вторых, они встречаются повсеместно в продаже, в магазине Ашан видела, по-моему, даже в Леруа Мерлен встречались они мне. Ну, я удобнее всегда заказываю на Wildberries, кто-то, может, их на Озон заказывает, не знаю, кому как удобнее. Вот этот вот пятновыводитель, это также мой must-have наряду с вот этим флакончиком, потому что, я думаю, вы тоже помните мой затест, когда дети оранжевым ярким маркером испачкали мне белый топер, и только вот этот вот единственный пятновыводитель буквально на глазах полностью высветлил все эти рисунки и привел в порядок белый топер. Ни одно другое средство не справилось, поэтому, девчонки, я вам от души рекомендую эти средства, оставлю ссылки под видео, читайте, знакомьтесь и не сомневайтесь, это реально крутые средства, которые стоят очень-очень недорого, но при этом это прям must have. Вот представьте, я больше года пользуюсь и по сей день я их заказываю заново. В магазине Ашан мне удалось все-таки приобрести таких вот потрясающе красивых щелкунчиков. Некоторое время назад похожих щелкунчиков привезли в магазин Сенсей. И там как раз я приобретала вариант для мамы. Он выполнен из пластика, но зато весь буквально обклеен красиво бархатом. То есть там прям такой костюмчик. Но вот себе я тут вариант не приобретала. Как-то решила подождать, может быть, скидки там и так далее. Кстати, их почти все раскупили, во всяком случае, в одном торговом центре. И я очень обрадовалась, когда девчонки мне в Телеграм написали, что в магазине Ашан появились деревянные щелкунчики. Представляете, он реально очень большой. Высота его, если не ошибаюсь,
35 сантиметров. И мне кажется, что вот именно здесь ему прям самое место, он очень украшает. Я довольна, что есть теперь у меня щелкунчик, он очень красивый. Здесь реально все функционально, то есть у него есть механизм с обратной стороны. И это не единственный щелкунчик, который у нас появился. Я сейчас покажу. Второй щелкунчик у нас в прихожей, и выглядит он вот так. Вы только посмотрите на эту детализацию, как они красиво выполнены. Я думаю, что говорить о том, насколько качественная вещь, не приходится, и так все видно. Я довольна, теперь у меня есть два щелкунчика. Цена, кстати, абсолютно аналогична магазину Sensei. 1190 рублей стоит такой щелкунчик. И если в вашем городе есть магазин Ашан, то поторопитесь. Я думаю, что их очень быстро раскупят. В общем-то, у нас уже практически все разобраны. Так что я очень рада, что мне удалось этих двух щелкунчиков приобрести. По правде говоря, я раньше никогда не обращала внимания на то, что в каких-то красивых новогодних композициях фигурируют вот такие вот симпатичные елочки. Возможно, их в таком количестве не было, как, например, сейчас. Но в последнее время и в Инстаграм, и на Пинтерест, особенно у европейских блогеров, я вижу в огромном количестве эти самые разнообразные деревянные елочки. Собственно, поэтому в этом году я и сделала два таких типа мастер-класса, где показала вот такие вот деревянные елочки немножко в другом исполнении, но все же мне удалось найти на Wildberries и на Озон красивые елочки. Вот эти вот елочки, как раз вот этот вот комплект из трех, он из Wildberries. Я окрасила их раствором кофе. Ну а вот эта елочка приехала буквально пару дней назад. Был заказ на Озон. Я нашла там комплект из четырех елочек, где две вот таких и две немножко другой формы. Но я решила немножко переделать конструктив. И вот такую вот ножку приклеила сюда при помощи клея по дереву столяр. Сейчас покажу, как это делала. На самом деле все очень просто, но я считаю, что это немножко улучшило конструкцию, как бы ее облегчило. И сама по себе елочка смотрится интереснее. Теперь ее можно использовать в композициях, где на разном уровне выставить похожие фигурки. Это опять же для чего нужно? Если вы любите составлять какие-то новогодние композиции, у вас есть для этого место, полочки, там, не знаю, комод, какая-то тумба. Это всегда смотрится очень по-домашнему, душевно, уютно. И вообще, мне кажется, фактура дерева это какая-то особая атмосфера обязательно, это настроение. Ну и, собственно, я не могла пройти. Мне очень нравится, как они смотрятся в интерьере. И, опять же, в качестве декора их запросто можно использовать и на каких-то деревянных подносах, и просто как украшение на открытой полке. Теперь чуть подробнее расскажу про вот эти веточки. Я думаю, многих будут интересовать, поэтому ссылки я оставлю под видео. И на самом деле заказывала и их на Wildberries. Нашла магазин классный, где можно заказать сразу комплектом по 15-20 веточек. Поэтому подробно здесь вот сбоку покажу, как это все выглядело. И я думаю, что даже если сейчас что-то уже раскуплено, вы просто закиньте в избранное и отслеживайте. Они через какое-то время обязательно появятся. Здесь вот, например, у меня две разновидности веток, но на самом деле я заказывала три. Это вот вариант туи, и смотрится она очень-очень классно, мне кажется. Поэтому я думаю, что находка очень удачная по сочетанию цена-качество. Прям классные. Да, конечно, первое время какой-то легкий аромат пластика есть, но в целом они очень и очень даже круто сделаны, как по оттенкам, так и по общему виду. Еще одна очень удачная была находка на Wildberries. Это вот такой вот подсвечник из березы. На самом деле я заказывала два подсвечника. Один повыше, другой пониже. Вот этот как раз вариант повыше. И очень красивая форма у этого подсвечника. Но, к сожалению, второй вариант пришел совершенно не той формы. То есть они в комплекте бы некрасиво смотрелись, потому что там видно, что и дерево совсем другого оттенка, и форма совсем другая. В общем, я отказалась. Но вот этот вот просто очень сильно мне понравился вариант. Он, несмотря на то, что заявлен как подсвечник ручной работы, я думаю, что все же это, конечно, не так. Скорее всего, на токарном станке все это выпиливается, потому что очень шаблонно выглядит. Но в целом, конечно, форма просто бомбическая. Так что ссылкой поделюсь под видео в описании. Все ищите, там обязательно найдете. Меня спрашивали под одним из видео, где я рассказывала о новинках в магазине Sensei, по поводу этой большой свечи. Что могу сказать? В магазине представлены в новогодней коллекции две такие
таких свечи. Одна ярко-красная и аромат там имбирного пряника, я бы сказала. И вот такой вот второй вариант в зеленом цвете, называется Winter Woods. И знаете, по факту эта свеча дает аромат горящего камина. Вот если вы когда-то ощущали этот аромат таких вот дров, хвои, вот вперемешку с ароматом костра, вот это именно та самая свеча. Я просто в полном восторге от этого аромата, мне очень нравится. Она очень хорошо отдает аромат, быстро наполняет комнату вот этим приятным запахом. И я даже подумываю вторую себе приобрести, мне сильно понравилось, потому что цена довольно доступная, прогорает она очень-очень долго. Вот я несколько вечеров уже ее жгла, и она вот вообще как была на месте, так и осталась. Можно вот так вот прикрыть, если аромат не хочется, да, ощущать, и все это герметично закрывается. Ну вот сейчас я открытую ее держу. Очень-очень классная свеча. На магазин Sensei, к сожалению, сейчас невозможно оставить никаких ссылок, потому что в России интернет-магазин не работает. И если вам нужна такая свеча, то нужно искать ее где-то в городе, имеется в виду, если у вас есть такой магазин. У нас несколько торговых центров, где есть Sensei, поэтому можно такую свечу себе приобрести. Я очень надеюсь, что сегодняшнее видео вам понравилось и было полезным. Самое главное, что какие-то идеи, возможно, вам запомнились, и вы их обязательно реализуете. Но от себя могу сказать, что я обязательно подготовлю для вас еще новые идеи. Кстати, в самое ближайшее время поделюсь новыми переделками именно новогоднего декора. Ну и, конечно, не забывайте заглядывать ко мне в Telegram на Дзен. Там тоже много интересного и полезного. До встречи в следующих видео. Всем пока!